Данные старты – одни из важнейших турниров для белорусских каратистов. На них собрались практически все сильнейшие мастера со всех уголков страны. И приятно, что мазыряне не были статистами на этом турнире, причем как среди юношей, так и среди взрослых спортсменов. Со 2 по 4 октября в городе Минске проходило сразу два главных старта страны. Среди детей, кадетов и юниоров это первенство республики и среди взрослых кубок республики. Наш клуб СДКА также принимал участие и достаточно успешно. Среди взрослых спортсменов отличился у нас Сергей Стоянов, который на кубке в разделе «Ката-командная» занял 3-е место. И Николай Ильюк, который в своей категории 18+, до 84, также стал бронзовым призером. В программе юношеского первенства у клуба карате «Сайдака» есть серебряная награда, завоеванная в командном ката, лауреаты Василий Горчак, Владимир Медовец и Дмитрий Пивоваров, а также 3 бронзы, они на счету Ильи Мельника, Кирилла Матуза и Николая Ильюка, выступавшего также и среди взрослых спортсменов.